have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Всем здорово! Если вы вдруг не заметили, нас тут трое. Вон та мелкая блоха на вершине небоскреба, это кот, он там прыгает, он сейчас в катке. Мы сейчас стоим, ждем, пока... Они вымрут. Пока это все сдохнет, да, как раз он открылся вулкан. А ко мне-то зачем? Прикинь, оно сюда долетает. Обычно нас на этот вулкан залажу. Можно. Ловлю. Вода уходит, смотри. А что если прыгнуть? Вот ты окажешься в катке, если прыгнуть? Да. Не. Ну, типа тебя не засчитают, но ты там будешь. А реально попробуй. Давай вынесу. Так нельзя допрыгивать, нельзя. Его специально ставят достаточно далеко, чтобы нельзя было допрыгнуть. Блин, вот хитрая разрабы. Я и понял, да. Я упал на сам вулкан, но меня убило водой. То есть я утонул. Я думаю, на небоскребе сидеть очень неэффективно. Почему? Наоборот, очень маленький шанс, что именно туда залетит кусок лавы, а если все это начнет падать, ну так в любом случае убьет. Да. Я посерединке, мне норм. Мне нравится, как здесь это кубиками лава разлетается, они прикольно это сделали. У нас я жду, есть... пока в кого-нибудь попадет это. Я тоже. О, да, страйк. А че, что случилось? А ты вершина ты живой, не? Да, я, конечно, живой, ты че? Да. А это уже в кота полетело, ты заметил? Почти. Ой, еще кого-то разнесло. Изи, я выжил. Изи. Ладно, хорошо, кура. Меня, кура, конечно, блин, долбанула деревяшка, но я выжил. Мое любимое в этом режиме это сталкивать всех с края. Ой, блин, это ты из этих людей, я как раз... Нет, меня это бесит. Не надо. Давай. Блин, в последний момент развернулись. О, ненавижу хэппи-хом. Чем тебе плохо? Он же хэппи. Практически как хэппи-мил, только хэппи-хом. О, так, сейчас тут где-то была лестница сбоку, погоди. Я на крышу залезу. Да, на крышу надо лезть. Я на горку. А че не... Че, блин, тут я, пожалуй, рядом с окном постою, подумаю, надо ли оно мне. Чё-то я, пожалуй... Погоди, Lightning Storm. Идите нафиг. Lightning Storm? Не знаю, но вот то, что там вот тучи надвигаются. Я бы встал пониже. Мне кажется, да, нужно куда-то под лесенку залезть. Что это за уродливый аватар? Я постою рядом. Вот это желтый? Идите на первый этаж. Да я на улице постою, пожалуй, пока что. Вот, привет. Ты видишь, это желтый? Торнадо! Черт! Я, пожалуй, пойду. Советую вам выпрыгивать из окон. Мы что, эти, на Уолл-стрит находимся? Я беру свои слова назад, я тут не оставаюсь. Вы сейчас будете находиться на улице такими темпами. Ну, я вижу, тебя уже отправили, да, на респаун? А, нет. Мне шапку сбило. Тебе хотя бы только шапку, посмотри на меня. Сейчас я тебя найду вообще. Да стой ты. Тебе хотя бы только шапку. Тебе вообще по чайнику досталось. Мне руки нет. Зачем тебе, особенно правая? Нет, нет! Вот как раз таки она и нужна. Я умер. Зачем ты пошел к торнадо? Да просто. В другую сторону пойду. Да, это очень разумное решение. Тут, кстати, есть целые деревья еще. Давай хоровод вокруг елочки. Да! Победитель по жизни просто. Он еще не умер? Нет, он уже все уехал. Я умер. А, да изи. Я, правда, без руки, но изи. Прикол, что ты следующий раунд тоже так будешь без руки. Да, я знаю, если я выживу, я буду без руки. Я снайпнул чувака. Ребята, как вам лысые люди? Вы же не лысисты, правильно? Я убил уже 3 человек. Ну, как убил? Я их столкнул. Да. Ты посмотри на это. На кого именно? Ты
тут у всех нету одной руки, ноги. Нет, у нее есть руки, просто руки, видишь, какие у него, у этого существа, видишь эти ручки? Это тираннозавр. Я такими темпами тоже стану. Ой, блин, машины. У меня, мне опять не дадут покататься, черт. Мне дадут. Ладно. Yes! Ты захватил тачку? Да, все, дрифт под фонг. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Крыша заправки, посмотрим. А, что сейчас за дизастер будет? Я застрял. Не надо было. О, все, отстрял. 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 Капец, она валит. Да я знаю, на ней дрифтовать самое то. Ехать вперед она не... Там проще боком ехать, чем вперед. Тебе машину дали? Ай, блин, тут урон от падения есть. Я за... Да. Черт. Бегите. Глупцы. Беги подальше от всего. Просто нет, стой на обычной земле. Мои машины пополам. Пополам? Пополам? Нет! Пополам? Ко мне просто... кто-то сел в тачку! Нет! Уйди! Стой просто меня. На обычной земле и ты выживешь. Нет! Машина! У меня кабриолет! Красный! Все! Мечта сбылась! Так, где тут? Я к тебе! Нет! Поехали! Едем! Я жму на газ со всей силы! Меня разбомбило. Я сам же. Я бы иначе. Это вот, да. Я ухожу от тебя. Я обиделся. Я газую по полной, блин. Главное едь, пожалуйста. Тут это весело. Машина развалилась, все, не выдержала. Нет, 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 меня чем-то заживало какими-то деталями. Погоди. Куда мне идти, я вот не знаю. Не, ну вроде все. А? Я хотел чела столкнуть, он развернулся и столкнул меня. Есть! Победа! Победа, победа вместо обеда. Кто помнит откуда, тот, наверное, уже бородатый старик. Откуда? Я под лестницу залез. Поздравляю. Ах ты под лестница. Пожалуйста. Раньше можно было прям до последней ступеньки допрыгать. Угу. Были когда-то такие времена. Следующую карту нам, пожалуйста, в студию. О! О! Indestructible, так хорош! Вертушечка, вертушечка! Танк! Вертушечка! Кот, воруй вертушку! Танк. Кот, воруй вертушку! Для тех, кто в танке. Да, я видел такой мем для тех, кто в танке, и там, короче, панцерфауст. Чем меня убило? Танком. А, минуточку, танк стреляет? Нет. Скорее всего, тебя просто ему шатали. Нет, тебя не, лопастями убило. Серьезно? А куда вертушка делась? Улетела. Я ее не вижу. Она улетела. Но обещала вернуться? В общем-то, ее толкнули сильно. А я тоже механик-водитель, да? Кот! Я, кстати, как пушку разверну. Это Абрамс. А, ну все, а сдохните куда? Там. А куда прятаться-то? Никуда, все, я же говорю, на этой карте все, до свидания. Я тут останусь. Вон кто-то самый умный стал варку ворот, но там тоже. Ну, на этой карте вообще никуда. Это нужно было на вертолете просто взять и улететь с карты. А, не спасает. Есть же, видел же карту с этой, с ракетой? Да, очень круто. У нас же была серия, где мы на ней улетели. Я тоже на ней улетал, прикольно. Да, тут весело. Было пару походу... моментов. Да-да-да. Я, по-моему, хитрее всех спрятался под танк. Да я тут жив. Да, ну, я вижу. Проверь, если на тебе не навязаны гранаты. Да не, все нормально. Так, я жду, пока эта башня упадет. На кота. Я не знаю, нет, но она так уж подкашивается. О, да! О, нет! Тимбер! Привет. Привет. Как дела? А ты играл в третью... Нет! Ты играл в третью батву? Там карта была, это... В смысле третью батву? Батву?
Ботва это Breath of the Wild, это Nintendo, это в смысле Zelda. Я говорю Battlefield. Battlefield? В какие-то... Третий. Это который до Modern Warfare третий. Был, или... Третий Battlefield, который... по Modern Warfare... Я вот современный. Я тоже. А, погоди, это самый-самый новый который? Не-не-не. Третий Battlefield, который был до четвертого и до первого. Все очень трудно. До четвертого и до первого. Логично, в принципе. А, стой. Последний самый это... Нет, пятый. После пятого уже что-то выходило в этом году. То есть это самый новый, потом был... До него был пятый, до него был первый, до него был четвертый, до него был третий, так? Да. Может, и играл, не помню. Расскажи мне какую-то яркую картинку оттуда, я тебе скажу, играл или нет. Не знаю даже что сказать. О, песчаный. Песчаная буря. Я на самом верху. Мой офис на 30-м этаже. Ну, они особо ничем привет. Не выделяются, не знаю. Здорово. В том-то и дело, что батла особо ничем не выделяется. Ну, там, короче, была карта... Ой, Аральского... Нет, это... А, граница Каспийского моря. Ага. И там, короче, в конце катки башня падала. Прям огромная прям башня. Вот такое я, наверное, не вспомню. Она прям в конце катки. Ёлки! Там... Понимаю. Ты тоже умер. Ну, несло, да. Кто ж знал-то? У меня на самом деле в голове сейчас все вот эти шутаны, они вот Call of Duty, батла, они настолько все смешались, что я не могу даже прямо сказать, ну, что я помню? Я помню капитана Прайса, этот чувак запомнился. Да. Я тебе сейчас даже сходу не скажу, это какую колду я проходил на запись? Вторую, получается? Вторую, которая самая, что ни на есть, вторая? Ну, наверное, да. Там та, которая без Чернобыля, но которая с Прайсом. Потому что это третья с Чернобылем? Не, с я Прайсом. Играл в самую, что ни на есть, вторую батву. Я понял. Ой, точнее, этот самый... Да колды. Хорош меня толкать, блин, пушеры! Хи-ха-хи-хе. Хи-хи-хи-хе. Хи-хи-хи-хе, это в Шаркбайт надо идти, там есть вот этот пингвинчик. Я как-то к коту зашел туда. Ай, блин, тоже ты такой безбашный. Минус два! Юхус! Минус три. Офигеть, как вы там выжили, твари? Ну я почти... Вот как так-то? Я лис в пустыне и не выжил. В пустыне. В пустыне, да, кстати. Топлива нет, извините. Пожалуйста, давай ракету. Да-да-да, шутки за 300. Здорово, Миле. О, мы опять помрем. Давай только другой дизастер. Потоп. А потом хоть потоп. Смотри, что... Вертушка сама улетела. Вали, вали, вали отсюда. Слушай, может ты добежишь? Прыгай на хвост, прыгай на хвост, прыгай на хвост. Прыгай куда-нибудь. Там и порубила. А, теперь тебя на это... Ой, ого, вот салат прилетел. Я сел вертушку. Я не уверен, что я уже вылезу отсюда, но... Ты не на том месте, чтобы... А как мне подойти туда? Помогите! Я не смогу встать! Выруби винты! Как? Нет, ну его нафиг, я пошел отсюда! Толкните, толкните, ПЖ! ПЖ. Вот тут как-то... Цунами! Пока, парни! Улетай! Улетай! Но фишка в том, что я сейчас заберусь на самый верх, но цунами разрушит эту башню, и она упадет, и я все равно утону, но я все равно полезу наверх. Ты разобьешься, скорее всего. У меня есть идея. А как уйдите, ты... дебилы, уйдите со ступенек. Ну какие нафиг это ступеньки? Лестница. Станьте как можно ниже, но чтобы цунами не достало. Может быть, вы не разобьетесь. Не-не-не, без вариантов. Все, я на вершине мира. Я понял, я понял. Ты умрешь. Нет, нифига, я не умру, доверьтесь мне. Trust me, I'm an engineer! Я улетел. А ссылка на обсидиана тайма, да? Верь мне, я инженер. Да.
Ну ж, вот они, вот как эти люди выживают? Ну расскажите мне, пожалуйста, я что вот это за цыганские фокусы? Надо было на стену ставить, я тогда бы ничего не произошло. Я был слишком туп, чтобы это сделать. Ладно. Блин, в смысле стену? В смысле, что за речи Трампа, ну, там блин, была на стену? Ну можно было на стену залезть, она там, это самое, на стене можно было выжить. Да. Сейчас. Вы хотите сказать, что эта стена выше, чем волна цунами? Ассист. Ассист? Ну да, стена выше. Он скинул челика вместе со мной, такой, ассист. Ай, всё. Гениально. Мультикилл, блин, монстр-килл. Толкай, толкай, толкай. О, видал, 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 он меня чуть не обманул, я еще чуть-чуть мог бы упасть. О, там подвал есть. Скромная штаб-квартира. Все, в подвал, в подвал, в подвал. Пошли в подвал. Кого вы подваливать собрались? Бравл в башне, да? Подвал. Пошли. Так, тут это КСК-клуб. КСК-клуб. Ну-ка, стоят компьютеры. О, есть идея у меня. Как ты сел? А, понял, все. Ты через этот? Через И? На точку нажми. Погоди, какую точку? Ну, короче, нажми. Слэш И Дэнс. Нет, ну Дэнс-то я знаю, он про... Ой, черт. Ой, ой, я пошел. Соблюдайте дистанцию. Я дистанцию держу. Привет. Уйди, уйди. Привет. Уйди. Здорово. Нет, соблюдай дистанцию. Если он нет, будет... меня хотят заразить. Нет. Вот почему люди в реальной жизни от короны так не бегают? Бекон болеет, бекон болеет. Корону не видно. Черт. Бежим. А тут какие-то пузыри фиолетовые. Я чел убегаю, который заражен. Он не добежал. Еще бы чуть-чуть он бы добежал до крыши. Сдохни, тварь! Сдохни, тварь! Я забежал на крышу, и там не было вируса. Да ну умри уже! Фу. А если я на его сопли наступлю, тоже заражусь, наверное. Скорее всего, да, там чел разбился. Я слышу! В подвале! Бекон, бекон! Уйди! Что в смысле уйди? Умри! Ой, да. Нет, нет, нет! Да начхать! В прямом смысле слова. Эта тварина умерла. О, вон бегает. Никто больше не придет. Ты что, сверху что ли где-то? Да, я сам вверху. Ага. Я сюда убегал от зараженного. Он не добежал немного до меня. А я на улицу выбежал, он тоже за мной носился и все-таки это. Слушай, иди на другое здание. О, есть, все, все, норм, норм. Мы выжили. Кстати, видите, вопрос. Если бегать от зараженных, то можно не умереть. Примените в реальной жизни. Я в подвале сидел, меня никто не смог убить. Бегаем от зараженных. Толкай его. А чё, кот, что это за тактика супер-мега? О, привет, чел! Фриджмен. Привет. Здорово. Круто, что ты зашел. Это с нами, это наш подписчик. Классно. Я на крышу, не знаю, как вы, а я на крыше. Я, пожалуй, тут постою. А где крыша? Ну, как всегда. Как всегда. Наверху. А как... Ладно. А я, блин, думал, в подвале. Она сзади здания, да? Да. Я думаю, то, что... В другой раз. Вот. Мы как раз Shark Bite вместе снимали, если вот серия, которая вышла, вот мы с Фриджменом снимали. Так что здорово, что он здесь. Крутяк. Найс. Thunderstorm. О, пока-пока-пока, до свидания, я пошел. О, я знаю. Я гулять на улицу, пожалуй. Черт, тут уже пробило потолок. А в шкафчике? А в шкаф... Почему в шкафчике нельзя спрятаться? Блин. Вай, там кого-то разнесло. Я на крышу. Тут тоже уже потолка нету. Так, тут сколько слоев потолка? 1, 2, 3. Я тут постою. Кот, 2 тебе по ОБЖ.
Ты же не знаешь его истинных намерений. Погоди, два. Он громоотвод? Да. Помогите. Котоотвод. Вот громоотвод. Громоотвод. Помогите, я застрял у входа. Ну все, нечего, блин, на крышу лазить. Помогите! Я у входа застрял. Вот человека, который сейчас стоял на крыше, опять раз. Вот он! Ай! Я танцую, пьяный на столе. Пьяный на столе. Да-та-ра-тан. У нас тут своя атмосфера, короче, забейте. Я разнесу. Слушай, Фрум, можешь подойти к входу? Зачем? Пожалуйста. Куда? Дэнс-тайм. Я вижу, как, ну, побудешь елочным украшением немножко. И что я тебе сделаю? Яблоко в тебя кину? Что? Да. Как я тебя отстряну? Яблоко. Могу под задник тебе влепить. Аня! Аня! О, от тебя можно отпрыгивать. Давай ко мне залезай. Все, 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 нормально. Затащено. Ладно, ребятушки. Спасибо, что были с нами. По-моему, получилось довольно неплохо. Всем удачи, добра, побра, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.